Всем привет, друзья. Это я. И Чебурашка. Это я. У Сашки сегодня день рождения. Принимаем поздравления. Зая молодой, красивый, озорной да. Мужчина в полном Карлсон. Разгаре сию. Как Карлсончик. Да. Сейчас мы по делам, а потом к Сашиной маме. Ну, на день рождения. На Сашу. Да. Дождик сегодня. Так, здоровьем, счастьем. Это кто тебе сказал такое? Да, дождь, помню, всегда. Ну да, у него свои как бы мысли на этот счет. Если дождик, то все хорошо. С годами юмор крепчает. Да, Зай? Да. Да, тихо, спокойно. Мы просто немножко опаздываем. Едет, но не к маме, нам сначала надо в одно место заехать. А он едет, потому что впереди машина, Саша. Ну, встанет он тут. Да, и опять у нас не успели выехать, сплошные нервы. Пробки. Сплошные пробки. Пробки, нервотрепки. Шея болит невыносимо, не знаю, что с ней делать. Попросила Сашу купить нанопластырь. Он такой вареник принес, а пол спины такая лепеха. Естественно, он там и не держится практически, он так. Чпунькс, ай ты, господи. Мы все красные светофоры собрали. Ну да. За 5 минут все реально ни на одном не проскочили. Я тут раз выехал тоже, все красные собрал и никогда бы не подумал, что... Хоть бы один, да? На зеленый. Это мы два, а там я всех 6, что ли, собрал. Мне прям... Никогда бы не поверил, что... Это судьба, Зай. Как оно это нудно и... Тормоз, газ, тормоз, газ. Так что вот, молодец, красавец. Зай, ты помолодел на год. Да. Да. Все, ладно. Друзья, едем, оттуда я это включусь. От дождика погода фу-фу-фу. Бе-бе-бе. Погода мне не запакостная. Для хорошей погоды. Прям просто супер. Пойдем прогуляемся. Да. Это Зая. Это ж Чебурашка. Ну ты Чебурашечка, мой тю-ку-тю-ку-тю-ку-тю. Другой меня уже за пальцы кусил, а этот сидит терпит за рулем. Я ему тю-тю-тю. Почему? Хорошо, значит, любовь, да? Все стерпит. Все, короче, поехали мы. Туда обратно и назад. А дождик, судя по всему, на целый день. Рассвета не видать. Не может рассосется. Да, и мы немножечко, чуть-чуть. Опасно. Да нормально. Ну что теперь, да. Все, успели на дела. Прыгали. Тогда где-то недели 3 назад я видео выкладывала, что мы делали фотоскопию. Все равно ожидаемся. Вот мы сейчас будем дать ворота. Не будем об этом. Чебурашка, день рождения, видимо, отмечать. Зай! Мишенин. Я тебя чмокну. Ну не могу. Ну, шея болит. А я тебе сказал, не забирайся. Так. Я тебя потом чмокну. Куда шею пройдет? Она же пройдет когда-нибудь, я уже сколько уже? 4 дня мучаю. Избушка поверни спереди. Ладно. Сегодня я стерплю. Я злопамятна. Зай, не нарывайся. Зайка. А то ж выздоровлю. Капец. Я только обещаю. Ну его счастье, что меня шея не поворачивает. Да.
ехать не хотят. Погода фиговая, дождик. Идем домой с телефоном, знаете, там, своим разлифовком. А тут нет. Ну, надо. Ты сколько сегодня скажешь? 25? 45. 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 45
45. Ну да, в общем, какие-то. Выглядит он неплохо. Свои. Вот я так не красавчик. Сам себя не похвалишь. Запетки не было. Вот они говорят. Делаем мосты, не выйдет. Сделали мосты и пробка. Ну да, он ругается. Он говорит, мосты сделали, пробок еще больше стало. Ну, в принципе, так и есть. Мне сколько дорогу показывают, постоянно везде пробки. Они все строят, пробки все больше. Как-то так. Да, скоро мы, по идее, уже подъедем. И это... Солнышко это выглянуло, урасики! Как человек придумал для счастья? Солнышко выглянуло в день рождения. Уже радость, уже счастье, уже пройдет. Зая, ты счастлив? Я знаю, что я его поставлю. Любитель природы. Он уже едет за домом со сладочек. Правда, он прикольный. Солнышко, довольно-таки счастливый, улыбка души. Солнышко выглядит. Зай, не делай так лицо. Меня пугаешь. Не надо. Ну как? Сделай обычную кнопочку. Я болит в уши. И чё? Санька, блин, говорю, купи пластырь, не помогает ничего. Купил нано с черной фигней, которая тебе не нравится. Вот, купил такой лопух, самый большой размер. И вот у меня на всю спину, что ли, спал. Конечно, не говорит, но просто его достал, чтобы не больно, потом тебе ляпнул. Здоровый, чтобы ты отвалил. Да? Да? Да. Здоровый. Я так сошли. Вода. А сразу три штуки. Там один на пол спины, куда три? С малютиком увидел, который... Смотри, говорит, как красиво, красиво, говорит, летит. Зашел трое ночи. Облака, лица залетело за облаком. Пока я со своим телефоном таймер настраивала, он в облака и все, и едет. Чего? Облака улетело. Перед облаками его не видали. Пока я свой телефон настраивала, естественно, ничего не видел. Эти сидят. Нет, деньги.
классики, скакалки, догонялки. Русалочки, резиночки. Резиночки, да, кстати. Бомбинтон. Нет, хороший был здесь. Вот сейчас мы так говорим, и люди поймут, какого ты года рождения. Дэнди. Резиночки, в рыбалочку. Ладно, все, хватит. Грибочки. Лишняя информация. Да, нам еще ехать как-то. Чужое, едем, едем, и там туда едем. Каждый раз, когда сюда приезжаем, прям целый в мире животных. Прикольно. Собак. У них мне нравится. Но наша миля лучше. Куры. Прикольно. Которые веселые. Блинки. И собака. Яблоки падают прям. О. Нормально. Перебежка. Зашибет нафиг. Яблошку мне-то. По башке так. Трах тебе дох и все. А мы там стоим возле двери. Там прям штук 10. Так сам. Головку надо беречь, перекрывать. За телефон. Хорошо сидят, общаются. Нам Чебурашке сегодня вечером надо по делам. Он не хочет родителей расстраивать, но ему надо. Сегодня у него такой денек. Поэтому мы сейчас по-скоренькому будем немножко собираться. Родственники, конечно, замечательно. Все, нагостились, наелись, напились. Отдохнули, подышали свежим воздухом, хорошо, все прекрасно, все замечательно. Начмокали, поздравляли Чебурашку, за ушки потягали. Родители, как всегда, да. Так что теперь будем потихонечку двигать назад, потому что если время почти два, чуть-чуть еще задержишься, то это в пробку попадем 100%. И будем стоять. Поэтому нет. Тихонько двигаем. Ничего, говорит, пуделюш. Собака их волосатая. Которая, не та, которая мне нравится, которая красивая, большая. А у них еще маленькая есть поменьше. Волосатая.